На свято запросили каля сотні ветеранов войны и працы Кастрычинского района Могилева. На встрече не выпадково вучні мясцовых школ. Напередодні гэтыя хлопчыки и дзяўчынкі удзельнічалі у конкурсе «Мои любимые бабуля и дядуля». Лепшие картины разместили в зале, а лепшие сочинения нават прочитали. Шановные гости часам не могли нават стрымлівать слез. Так, один из пераможцаў конкурсу малюнка, шестикласник Миколай Катерла, упэўнены, что необходимо поважать и памятать своих бабуль и дядуль. Бо гэта уласная история. Я писал о своей бабушке Пелагее Семеновне. У нее очень много детей. Раньше она работала всю жизнь в колхозе. Во время Великой Отечественной войны ее забрали в Германию. И когда она закончилась, она возвращалась практически домой пешком. Гэта только одно из первых мероприемств до Дня состарелых людей. Напереди вялізный план по оказанию допомоги пенсионерам и одиноким, шматлікія сустрэчы и шчырыя концертные программы. Наше старшее поколение – это тот фундамент, благодаря которому каждый из нас сегодня чувствует себя комфортно и уютно. И их опыт, их мудрость, их профессионализм помогают всем нам сегодня еще больше ценить то, что у нас сегодня есть. Алина Мельшанкова, Александр Тарасов, новини региона.